Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про військове протистояння між Ізраїлем та угрупуванням Хамас. У нас в гостях політичний оглядач Юрій Райхель. Райхель, політичний оглядач, освіта, Національний технічний університет, Дніпровська політехніка, інженер-електрик. Протягом багатьох років співпрацює з загальноукраїнськими ЗМІ як експерт з політичних та економічних питань. Одружений, має онуків. Хобі – література. Юрію Борисовичу, радий вітати вас у нашій студії. Власне, перед тим, як перейти безпосередньо до тих подій, що відбуваються от прямо зараз, коли ми сидимо у цій студії, пропоную почати все-таки з історії конфлікту, з історії протистояння між євреями і палестинцями. От наскільки це протистояння є давнім? Чи вірно говорити, що воно сягає фактично біблійних часів? Ні, біблійських времен воно не... Никак не может, потому что арабов тогда там на этой территории просто не было. Седьмое столетие, но это не меньше. Да, реально этот конфликт начался где-то в конце 20-х годов прошлого века. Он продолжался в течение 30-х годов. И наибольшую остроту он приобрел после окончания Второй мировой войны. Потому что стал вопрос о образовании государства Израиль. Это... Так, Юрій Борисович, я думаю, ми до цього перейдемо, до створення держави Ізраїль. Чому це викликало таку реакцію? От ви сказали таку фразу «20-ті роки 20-го століття». Це фактично час, коли завершилася Перша світова війна. Ну, плюс-мінус відомо, що у Європі відбувалося фактично крах імперії. А чому відбулося от саме загострення після закінчення Другої світової війни на Близькому Сході? Зокрема, на тій території, про яку ми з вами говоримо. Ви знаєте, 8 ноября 1917 року сообщення о том в британській газеті «Таймс», тоді главна газета імперії, о том, що в Петрограді произошел государственный переворот, було на 27-й странице. А письмо міністра иностранных дел Великобритании, лорда Бальфора, руководителю британского сионистского конгресса Ротшильду о том, что после окончания Первой мировой войны Британия образует в Палестине очаг еврейского государства. Это в истории известно как меморандум Бальфура. В 1943 году тогдашний премьер-министр Великобритании Черчилль на встрече с будущим президентом Израиля Вейцманом сказал, что после окончания войны, тогда Второй мировой войны, а Палестина была подмандатной территорией Великобритании по решению Лиги наций после Первой мировой войны, Великобритания выполнит декларацию Бальфура. «Бальфур это мне завещал», так сказал Черчилль. И будет образовано еврейское государство, уже тогда было выбрано для него название Израиль. Но Черчилль проиграл парламентские выборы 1945 года в июле месяце. Лейбористы, которые пришли к власти Великобритании, не решились выполнять декларацию Бальфура, потому что они по разным причинам считали, что им выгоднее принять арабскую сторону. Нефть. В это время началась усиленная разработка нефти в Ираке и в Саудовской Аравии. Она началась в 1938 году, но в это время достигла... Так, ну, ми пам'ятаємо зустріч у 45-му році, якщо я не помиляюся, між тодішнім королем Абдул-Азізом Аль-Саудом, да, і президентом США Рузвельтом, фактично західним світом у Саудівській Аравії починаються такі досить тісні контакти. Да, это действительно так. Там ще это довольно сложная такая история американо-арабских отношений. Причем Соединенные Штаты первое время уже при Трумане очень холодно встретили эту необходимость создания государства.
министр обороны Соединенных Штатов Форестол тогда сказал, что арабы – это нефть, без нефти мы не можем, а без евреев мы как-нибудь обойдемся. Но Трумэн был очень религиозным человеком. И для него вот эти вот библейские понятия, они материализовались. Это не просто были слова, а для него это были практические действия. И плюс второй очень важный аспект. Создание государства Израиль лоббировал, выражаясь современным языком, Советский Союз. Причина была очень простая. Руководители, будущие руководители Израиля принадлежали к левосоциалистическому направлению в социалистическом движении. Их называли советские дипломаты, когда встречались с ними, называли их там, товарищ Бен-Гурион там, и так далее, и так далее. И Сталин считал, что он будет способствовать созданию на Ближнем Востоке 17-й Советской Республики. Угу. Пусть не формально, но страны народной демократии. Поэтому Советский Союз настаивал на том, что надо выполнить, а была принята резолюция Организации Объединенных Наций Генеральной Ассамблеи. Министр тогдашний представитель СССР в ООН, будущий министр иностранных дел СССР Громыко произнес там громоподобную речь о том, что мы не можем, нужно создавать государство. И все-таки протистояние. Чому протистояние? А потому что арабские страны категорически были против. Стоял вопрос о территории. Они были категорически против ни пяди земли. Они считали Палестину своей территорией, хотя это до Первой мировой войны была территория Османской империи. Угу. И вот здесь и заложен главный краеугольный камень, можно сказать, вот этого противостояния, которое длится уже вот более 70 лет. Вопрос идет о территории. Все остальные разговоры о святынях, святых местах, там, религиозных, культовых сооружениях и так далее, это все вторично. Вопрос стоит о территории. Территориальные конфликты решаются очень и очень сложно. І все-таки, в принципі, до сьогоднішнього дня минуло вже 70 років, навіть більше зі створення держави Ізраїль, це друга половина 40-х років, досить багато арабських держав не визнають взагалі існування держави або ставлять під сумнів існування держави Ізраїль як такою. Тобто ви вважаєте, що тут в першу чергу питання території, адже мені, наприклад, складно уявити, що, скажімо, Іран може претендувати от на цю територію, і це не є якимось таким релігійно-політичним конфліктом. Для Ірану це вопрос не територіальний, а це вопрос домінування в мусульманському світі. І для Турції точно так же. Хоча там є неосманістські такі, велика Турція, це ж була їх територія, в тому числі і Саудовська Аравія, це була їх територія. Но, конечно же, Турция не претендует на территорию Палестины и Израиля. Для них это вопрос уже политики. А для соседних арабских государств в течение очень длительного времени это был и остается вопрос территории, это первое. И второе – это материальные ресурсы, которые направляются в их пользу, например, Ливан. Он живет наполовину за счет того, что его финансируют, назовем это так, из-за того, что он противостоит Израилю. То есть тут мы за 70 лет этот территориальный вопрос, который так или иначе можно было решить, например, созданием двух государств, арабского, палестинского и Израиля. Но арабские страны в 1948 году категорически отказались от этого. И они до сих пор эту резолюцию ООН не признают. Поэтому здесь мы имеем очень такой тугой узел противоречий, которые наслоились в течение очень многих лет. И разрешить его, конечно же, очень и очень сложно. Потому что Израиль не хочет образования палестинского государства не потому, что он против категорически, а потому что он понимает, что это будет база террористов. А на той стороне палестинские организации не признают Израиль как таковое, а Иран это называет, Израиль называет сионистским образованием.
То есть мы имеем тут связь геополитическую в лице Ирана, Турции там, и других, и больших игроков, типа Соединенные Штаты, там, Европейский Союз, Китай, Россия и так далее. И вот таких вот региональных игроков, которые в той или иной степени решают свои собственные вопросы за счет того, чтобы поддерживать очаг напряженности на Ближнем Востоке. Так, як складалася історія протистояння у другій половині 20-го, початок 21-го століття? От ми знаємо про такі конфлікти, як війна судного дня, як шестиденна війна. До чого вони загалом призвели? Ну, війна 1967 року привела к тому, що територія Ізраїлю увеличилась почти в два рази. Арабські країни потерпіли сокрушительне пораження. Вони не смогли отвоевать обратно ни кусочка этой территории в 1973 году, когда они попытались еще раз начать войну. И дальше это противостояние уже из таких конвенциальных конфликтов с участием армейских подразделений в большом количестве, авиации, флота, оно перешло в такую иногда вялотекущую, иногда более острую войну, элементы которых мы наблюдали в течение очень длительного времени, и вот сейчас наблюдаем еще раз. Угу. Ну, а власне, от, якщо говорити про ту ж війну шестиденну, про війну судного дня, там інші, менш такі гострі конфлікти траплялися та й трапляються постійно, до чого ми зараз перейдемо. От фактично, з ваших слів виходить, що у всіх цих конфліктах вигравав Ізраїль. Я вірно розумію? Да, если судить по результатам этих конфликтов, их военного фактора, политического, геополитического, ну и всех там экономического, финансового, да, это в этих конфликтах в той или иной степени выигрывал Израиль с теми или иными потерями. Потери были разные, потому что война 1967 года по своему размаху была больше, чем война 1973 года, но потери Израиля в последней войне были несколько выше, чем в той войне. Причины эти отдельные, они носят в значительной степени политический характер, но тем не менее они были, наглядно показали, что в строительстве израильской армии есть определенные недостатки. В той или иной мере, судя по всему, они были устранены. Угу. Так, переходимо вже до подій сьогоднішнього дня. І, власне, те загострення, яке відбулося. От відбулися вже фактично теремневі свята, початок тижня і такі масовані обстріли Ізраїля. У чому причина, чому це стало можливим? Ну, це було неизбежно, тому що к этому все йшло із-за змінення міжнародної обстановки, зв'язаної з общим змінением соотношення сил на Ближньому Востокі. В частности, буквально за несколько месяцев до этого обострения Израилю удалось существенно улучшить свои отношения с рядом арабских стран. Например, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Судан, Марокко, они признали существование Израиля. Добавим к этому Египет и Иорданию ранее, то это фактически был прорыв того вот, ну, дипломатической изоляции в арабском мире, у которой была у Израиля. А чому, до речі, от з вашої точки зору, ви так спостерігали, я розумію, за цими подіями, чому от саме зараз, точніше, кілька місяців тому, арабські держави визнали, вирішили визнати сам факт існування Ізраїлю? Це для дипломатичних відносин, це економіка, це політика, це геополітика? Тут, конечно, и политика, и геополитика, потому что для Объединенных Арабских Эмиратов очень остро стоит вопрос противостояния с Ираном, как и для Бахрейна. И для Саудовской Аравии тоже, которая сдвинулась в эту сторону, но несколько затормозила. И это был очень важный фактор, который их толкнул на это. Второй фактор – это военно-политический. Ну, в частности, у Саудовской Аравии несколько так охладели, назовем это так, отношения с Соединенными Штатами. Для Израиль, как страна с очень высокоразвитым военно-промышленным комплексом, оборонным комплексом,
производящая самые современные виды вооружения, и их использование мы видим сегодня. Это представляло значительный интерес для арабских монархий Персидского залива, которые видели в военных возможностях, в военном потенциале Израиля определенный барьер гегемонистским устремлениям Ирана. То есть это был способ несколько ограничить военные возможности Ирана. Второй вопрос – это экономический. Потому что в условиях, в том числе, кстати, пандемии, которая очень сильно толкнула, в частности, Объединенные Арабские Эмираты, на сотрудничество с Израилем, и уже вот буквально в феврале уже был обмен делегациями, открывались представительства израильских фирм в Дубае, и речь шла о совместных инвестиционных проектах в Израиль, арабские, значит, инвестиции, соответственно, израильские. И интересно, что в этом обострении, которое мы сейчас наблюдаем, и которое там Иран и Турция, как говорится, роняют пену, эти страны, ну, на словах выразили озабоченность, назовем это так, но не более того, ничего не свернули. Все это будет продолжаться. Поэтому для очень многих в Тегеране, в Иране, в Турции и, как говорится, в прилегающих странах было очень важно начать определенный период противостояния. И последнее. Хамас получает деньги от Ирана, в частности, когда он воюет с Израилем. Нет войны, нет денег. А вопрос, а вы же понимаете, что деньги – кровь війни. Нет денег і нет війни, і взагалі нічого нет. Так, ну і, власне, я хотів повернутися все-таки от до причин. Тобто, є, зрозуміло, є причини, є поштовх до певних подій, да? Тобто, якась подія, яка, власне, є таким детонатором певним. От що, повертаючись до причин, ви почали про це говорити, чим можна назвати, і що стало безпосереднім поштовхом? Ну, непосредственным таким толчком было решение израильского суда выселить там ряд арабских семей, которые поселились на этой территории после 1948 года, когда в результате первой израильско-арабской войны, а там же это была территория, на которой еврейские были поселения, они отошла, эта территория, к Иордании, она вернулась в 1967 году под юрисдикцию Израиля, но арабские семьи там жили. Были длительные судебные процессы, потомки тех, кто там жил, подавали в суды, ну и так далее. И вот в конце концов суд принял решение вернуть тем владельцам, которые там до 1948 года владели этой землей, этими постройками и так далее, что вызвало, естественно, возмущение. Я бы не стал преувеличивать значение этого толчка. Не было бы его, нашлось бы что-то другое. К тому дело шло уже, ну, примерно месяц назад. Уже в апреле месяце были столкновения. Они не приняли такой большой масштаб, но это, как говорится, была увертюра. Поэтому вопрос в том, когда это начнется и по какому поводу, это был вопрос больше технического порядка. Вот нашлось вот это. Не было бы этого, нашлось бы что-то другое. Мы же прекрасно понимаем, когда очень хотят войны, война начинается. Так, ну і, власне, безпосередньо до тих трагічних подій, які відбуваються, яка от їх хронологія, хоча декілька днів буквально пройшло з початку ескалації, але тим не менше, за цей час що відбулося? Ну, началось столкновение, значит, арабских, там, в арабских поселениях, арабских жителей против израильской политики, которые протестовали против судебного решения. Все это началось столкновение, начались аресты по понятным причинам. Ну, а также тут же немедленно из сектора Газа стали раздаваться угрозы, которые вслед за этими угрозами начались ракетные обстрелы. Тут надо сказать, что решалось со стороны Хамаса и сектора террористических организаций решалась определенная военная задача. Они хотели найти то количество ракет, которые они будут запускать, как говорится, единым залпом или почти единым залпом,
и который не сможет перехватить вот этот железный купол, Кипат Барсель или Iron Dome по-английски, который до, там, в предыдущих обострениях практически свел на нет все их попытки. И вот они, там, запуская 400-500 ракет одновременно, за сутки там было до 1000 ракет. Причем, что интересно, это же самодельные ракеты. Примерно 30-40% ракет взрывается либо на месте, либо не долетает до Израиля. Если запускается 1000, то реально в воздушное пространство Израиля выходит там где-то 650. И вот они вот пытались, и действительно кое-что им удалось узнать и получить, что 98% ракет перехватывается. А это неуправляемые ракеты. Это примерно как, вот знаете... Ну, каминчик куда-то скинуть. Да, да? Вот, вот как «Катюша» стреляла, угу. Как вот... ДФПД там. Да, или... вот. Это так, по площадям. Угу. Но они получили большую дальность. Это из Ирана и из России им поставляются управляемые ракеты. Кстати, управляемые ракеты все были перехвачены железным куполом. И вот они достали там до... Даже до Тель-Авива там один дом разрушили. То есть несколько домов они разрушили. То есть при этом, значит, надо сказать, что с одной стороны они провели эту задачу, они пытались узнать, но израильские военные получили другой ответ. В настоящее время в израильской армии произошло такое организационно-техническое другое обеспечение. Они создали так, специальные центры так называемого быстрого реагирования, очень технологичные, и они получили ответ. Центры работают. 90, я уже сказал, 8-97% они давали адекватный ответ. Это, ну, нет системы 100% гарантии. Но железный купол показав себе достатньо хорошо. Якщо говорити про оцінки, да, от завжди виникає питання, хто винен. Да? От ми бачимо, скажімо, і по Фейсбуку, по соціальних мережах, да, зараз багато хто ставить собі на аватарки такі, такі гасла у підтримці Ізраїлю. Ви, у вас є відповідь на це питання стосовно саме цього от загострення? Ну, таким, как говорится, инициатором таких вещей, конечно, выступают всегда террористы из сектора Газа. И они же не самостоятельные, их же подталкивает в первую очередь Иран, там и другие, которые их финансируют, материально поддерживают и так далее. Поэтому с этой точки зрения ответ совершенно очевиден. Они инициаторы, они... начинают это дело до того момента, когда они получат достаточно большой урон, а судя по всему, этот момент уже наступил, потому что количество обстрелов и ракет резко упало, до того момента, когда они исчерпают весь тот запас ракет и всего остального, там же еще есть артиллерийские обстрелы, которые им предоставил Иран, отработают иранские деньги и скажут, давайте мириться, объявляем перемирие. Так заканчивались все эти маршруты, конфликты, потому что есть, для них есть большая опасность, что Израиль начнет наземную операцию. Ну, до речі, я хотів наступне питання стосовно цього задати. Власне, прем'єр Ізраїлю заявив про готовність увести наземну операцію, фактично зайняти цю територію сектору Газу. Да? От, як ви вважаєте, це буде навіть не стільки вірний крок, скільки логічний, чи як? От? Я думаю, що Ізраїль буде до останнього тягнути. Потому что такая операция, во-первых, она может привести к определенному количеству человеческих жертв, а Израиль очень чувствителен к этому. Они за каждого своего солдата, как говорится, они будут бороться, и чтобы сохранить им жизнь. Во-вторых, это очень дорогостоящая операция по понятным причинам. И к ней прибегнут только тогда, когда террористы перейдут определенную красную линию. Судя по всему... Тобто ви вважаєте, що поки що не перейшли? Нет, они пока еще не перешли, и если начинает уменьшаться количество обстрелов, то от этой красной линии отходят. Но то, что у Израиля такой план есть, и он детально разработан во всех смыслах, это говорит о том, что да, они готовы, и это может наступить в любой момент. И есть еще один аспект.
вопрос наземной операции является вопросом внутриполитического развития Израиля. Потому что сейчас там весьма неустойчивая ситуация, когда не сформировано новое правительство по результатам выборов, и внутренняя борьба, или есть вероятность того, а премьер Нетаньяху очень бы этого хотел, новых пятых выборов. В результате такого напряженного состояния у него есть определенные надежды, насколько они реальны, это второй вопрос, получить несколько большее количество голосов, чем он получил на четвертых выборах. Но это тоже очень сложный вопрос внутреннего развития Израиля. Кстати говоря, это тоже был элементом того, почему именно сейчас началось это обострение с той, с арабской стороны. Они думали воспользоваться некоторой политической неопределенностью внутри Израиля и проверить, насколько это отразится на боеспособности израильской армии. Но ответа не получили. Якщо вже підсумовувати нашу розмову, то про які сценарії виходу з даної військово-політичної кризи ми можемо бачити на сьогодні? Виход буде давно опробований. Через якесь час Хамас запросит перемирие, Израиль согласится, поставит определенные условия. Какие-то условия будут выполнены, а какие-то условия не будут выполнены, как это бывало и в предыдущие разы. И на определенный период времени ситуация будет заморожена вот в таком состоянии, какой она была, там, допустим, месяц назад. До следующего военно-политического обострения, которое будет в значительной степени определяться той международной обстановкой, которая сложится уже к тому времени. Угу. Так, ну и, власне, буквально 30 секунд. Вот ваша точка зору в результате, навіть якщо, скажімо, перемога буде за Ізраїлем у цьому конфлікті, Хамас все-таки продовжить своє існування як організація? Ну, да, несомненно, потому что нет, у Израиля нет возможности ни организационных, ни политических никаких ликвидировать эту организацию. И даже если, допустим, оккупировать весь сектор Газа, так эти хамасовцы переберутся куда-то в Сирию, как уже было неоднократно. Поэтому для Израиля не стоит вопрос ликвидировать Хамас как таковой. Для Израиля стоит вопрос о том, ограничить их возможности, ну, в частности, военных обстрелов. Юрію Борисовичу, я вам дякую за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з політичним оглядачем Юрієм Райхелем. На все добре.